Здравствуйте, мальчики и девочки. Сегодня мы продолжаем Рафию. И у нас, как всегда, занудный период, так сказать. Врагов у нас больше нету. А мы просто сейчас прокачиваем своих героев. Если кому-то это не нравится, это их проблема. Ну, на самом деле, я не знаю, мне очень нравится прокачивать, то есть смотреть, как герои развиваются, какими они пойдут в следующий сценарий. Иногда это бывает достаточно серьезно и очень важно. То есть в решении проблем следующего сценария. Так, что у нас для четвертого? Да, ртути не хватает. Можно ее купить, а можно сейчас где-нибудь подобрать. И еще одного там еще мне предлагают еще пару штук нанять. Но что-то мне никто не нравится. Ну, огры. А нужны ли будут огры нам в следующем сценарии? Да фиг его знает. Ну, давайте. Пока мы тут сейчас будем шляться. Ну, ребят, кто... Да. Кому не нравится, как я еще раз сказал, можете просто перемотать на следующее видео. Не знаю, в этом я выполню до конца задание или нет. Вот. А вы можете, у вас есть такое. Возможность такая. Перемотать. Я вот этого шарахнул. Но... Я даже хотел сначала, думаю, может быть, и не выкладывать вот это вот видео, где я просто тупо шляюсь, да, и продвигаю, ну, развиваю своих героев. Но потом подумал, а почему бы нет? Вы же правильно, вы же можете, правда, перемотать. Да вот, а мне интересно, может быть, кому-нибудь еще будет интересно, да, что тут происходит, как прокачиваю я всех своих героев. Как это все тоже происходит, блин. Так, вот, ну, конечно, для этого желательно. Желательно. Так, вот здесь даже, блин, уже и здесь-то все посетили. Все. Слушай, а у нас красный... Мы вообще красную палатку посетили. А где она у нас? А красная палатка... А фиг его знает, где она. А, вот она. А, ну да, мы ее посетили. В чем тогда проблема? Вот этот герой у нас не был. Да, защита от воздуха. Нафиг она не нужна. Ну ладно. Иди сюда. Так, этот у нас просто разведывает. 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 Хорошее слово. Так, блин. Че, кругами пойдем? Или по прямой шарахнем? Вообще можно даже поставить сейчас на... Ну, чтобы немножко продвигалось, можно поставить на быструю битву. Вот, сохранить третий день. Чтобы побыстрее я часто... Потому что, ну, уже тебе как-то... Опс. Терять особо нечего. То есть противников нету. Поэтому ставлю на автоматическую, чтобы побыстрее все это у нас делалось. Так, опа. Тоже всех улучшили. Вот, можно даже сейчас... Ага, подожди. Армия, армия, армия. Пошли сюда. Вот. И автоматом сейчас я просто все героев себе прокачаю. А вы можете, в принципе-то, говорю, и... Ай, не, не хочу. Он тормозной. Ужасно тормозной. Так, здесь не был, не посещал. Так, этот у нас... вот, видите, чем занимаются тут. Блин, этот у нас без... Так, тоже у него гоги тормозные. Надо ему что-нибудь побыстрее. Вон, пусть идет сюда. Вот, поехали дальше. А, построить построили. Вот здесь мы не построили. Давай сейчас на рынке будем продавать. У нас, в принципе-то, что? Ух ты, 13, ё-моё. Да. А, осталось, ну, только гильдию магов я сейчас выстроить. Самый интересный, да, остался мне. Что тут? О, хождение по воде, цепная молния, ну, просто вообще. Одни из моих любимейших заклинаний. Так, здесь у нас осталось... А, здесь у нас еще... А, орден огня построил, гильдию магов тоже. Какого она уровня у нас максимум будет? Вау, тут и пятый есть. Вот она, пятый свиточек валяется. Поехали, ладно. Сейчас мы и пятый раскроем.
сказать так. Пошли, эти у нас с титанами тут ходят, бродят. Так, хижину магму посещали. Угу. Блин, надо было... Ладно, он все равно в город еще придет гильдию магов 5 уровня изучать. Они все туда придут. Блин, 3-го. Мы сейчас 3-го даже не отстроим. Хранилище ресурсов, дополнительную единицу ртути. Вот оно как раз нам то, что и нужно. Денег до хрена. Давай ртуть. А ты у нас... есть хранилище ресурсов. Сокровищница. 10% золота мы еще в начале недели. Таинственный пруд. Тоже прикольная штука. Блин, пруд. Ладно, в конце недели посмотрим, будем его строить или нет, таинственный пруд. Так, поехали дальше. У кого у нас уже проложена дорожка, значит, он у нас уже идет туда, куда следовать. Так. О, продвинутый интеллект. Пока не нанимаю 4-го героя, ну и 7-го героя, потому что, ну, мне не нравятся герои, которые там находятся. А вот этих вот я хочу. А что у меня? А, не улучшены у меня только эти. И у нас выучить волшебство. Не хочу я учить волшебство. А вот. Не очень я его хочу, честно говоря, учить. Так, ну что? Идем. Не, пошли лучше. Пошли вот в этот город. Так, 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 так. Выучим, давай. Так, ты у нас на автомате. Точно, так, 4-й день. Вот, ну тут даже особо, я не знаю, тут особо их и продвигать-то негде. То есть тут нету много таких всяких камушков и прочее, которые у нас дают. Упс, одного пегасика. О, основная магия огня. Вот тоже, так, стоп. Она у нас, блин, зоркость. Магия огня нужна ей, нет? Не знаю. Нет, лучше, да знаешь чего? Давай-ка. Ну, магия огня мне как-то не всегда нравится. Да что ты, не то я загрузил-то. И здесь не то. Какой день-то там? Вот, ну надо же так, блин, обздаться. А, да, вот он, 4-й. Не буду я магию огня брать. Сейчас... Ну, из всех магий я ее не всегда беру, магию огня. Не очень она мне нравится. Потом объясню. Видео вам сделаю про вообще все магии. И там расскажу, что... О, основной поиск пути, это мне нравится. Там расскажу как раз, что мне нравится и почему не нравится, какая магия. И почему... Где какая магия и зачем... А, здесь я понял, да, здесь все уже... Строить нечего. Пока месть. На следующей неделе обычно обновляются, да, юниты. 5-й день. Так, поехали. Ты у нас... Упс. Да, красавец. Зачем он тебе, великий гномик из тень? Так, здесь у нас... о, уже 3-й уровень можно построить. Клево. Так, врата замка, инкубатор, клетки, все это, в принципе-то, и не нужно. Сейчас нужна нам магия. Прикольная слепота, точность очень даже клёво. Так, поехали. Следующий. Он у нас не бьется. О, слушай, может он этому отдаст? Пусть... А, подожди, вопрос в другом. Кого лучше развивать-то? Кто у нас покруче будет? Угу. Вот этот вот покруче-то. А, тогда отдадим ему туда. Так, Гоги, Гоги, Гоги. Да, оставим всех остальных. Блин, вот этих вот уволить бы. Ага. Так, ладно, а мы сейчас и уволим как раз. Чтобы он побыстрее бегал. Да, уволим отряд. Он будет быстрее передвигаться у нас. По местности. Так, следующий. А, сейчас он тоже улучшатель. Защита от воздуха. В принципе, вообще нафиг не нужно. Но возьмем. А, давай, да, в улучшатель сбегай. Ты у нас... о, тоже надо всех. А у нас вот этот вот, да, и основной-то как бы. Доспех. Да, ничего, чувак, прикольный. Его я, он у нас 9-го уровня, до 12-го. Айден.
Его я, да, продвигаю, развиваю. А, кстати, что тут 10-19 сотрудий? Ну, давай я побьем их, да, сохранить. Пятый день. Да тут можно, я не знаю, сохраняться. Уже как хочешь можно сохраняться. Потому что уже никто тебя не тронет. Хотя, знаете, бывает. Фигак, и кто-то неожиданно появляется. Бывает такое. Были сценарии. Даже, по-моему, в компаниях. Ну, правда, там не было такого, что вот как сейчас уже показано, что нет у тебя противников. То есть просто противник где-то сидел, тихушничал. А потом фигак, и вдруг, опа, и он появляется. Непонятно откуда. Так, поехали дальше. Ну, самое главное, ребята, да? Блин, менять-то нечего. Ого, баблище немерено. Вот чего немерено, того немерено. Бабла дофига, можно, да, там построить что-нибудь. Или сокровищницу, или... О, давай сокровищницу построим. Давай сокровищницу. Давай. 10 камней. Построил. А, кстати, можно кристаллы поменять. Кстати, как вариант зайти. И кристаллы, блин, тоже дорого. Ага. А деньги тоже дорого. Дорого-богато. Да? Так, поехали. А, блин, ничего не узнаешь. Итак, големы. Как он, блин, колбасит-то все красиво, мне нравится. Гарпии. Все продвинулись. О, маги земли. Не знаю. Нет, мне тоже иногда надоедает. Я ничего не говорю, блин. Хочется побыстрее их прокачать. И фигачить дальше, идти уже по сценариям. Да, но прокачивать все равно полезно. Я считаю, то есть никогда от этого не отказываюсь. И всегда прокачиваю. Вот видите, уже даже тут прокачивать-то и негде. И негде. Вот сейчас его просто в этот город пошлать. Уж пошлало, так пошлало. Да, знаете, такой мультик клевый, детский. Вот. Угу, эксперт. Так, таверна. Вот зачем таверна? А, здесь же в этих нету городах таверна. Понятно. Ладно, пошли. Не посисено. Этот сейчас сам там побьет. Хочу обыскать могилу. Ой, сколько мне говна-то дали, пардон. И ничего не нашел. Понятно, там уже побывали в ней. В могиле. Ну, я так поприкалывался, что я не знаю. Чего бы не сходить-то? Да? Правильно? Так, давай наверх сейчас сходим пока. Вот сюда вот в магическое. Я сейчас по одному и тому же кругу их запускаю просто. Ай, чтобы не запутаться. Так. И дай-ка ты ему. Вот пегасики, скорость. Тьфу ты, 8. Гогов ему отдай. А Пегас, вот, одного Пегаса, чтобы он просто быстро бегал, а ты ему Гогов отдай, да? Да. О, сколько у него барахла-то прикольного. Так, и, блин, давай Пегаса, во, до золотого. Скорость у него будет, о, уже 12. Вот уже другая скорость перемещения совсем у чувака. Так, и пошли так же по кругу, как и все остальные. Кони бегают по кругу. А вот теперь мы построим 4 уровня, да, гильдию магов. А здесь построим, что мы построим? Сокровищницу, а таинственный пруд, 2-2-2-2-2-2, всего по 2 должно быть. Ладно, ну это мы наменяем, всего по 2-то мы сделаем. Так, вот этих вот 2, понял. Ну давай, какой-нибудь там даст нам таинственный пруд, какой-нибудь... Что-нибудь, короче. Так, ну чё, слушай, ну с этими титанами так и ходит, не останавливаясь. Блин, они никому не проигрывают, да? Сохранить 7-й день. Я даже там конец недели не буду сохранять. Да, потому что смысл тогда. Нет, не согласен. Да.
И они решили нас атаковать. Вот без всякой дипломатии он берет этих, блин. Они к нему присоединяются, да? Нужны титаны? Ой, нужны ему кентавры? Ну, нафиг не нужны. Так. Да, да. Ты что, мечтаешься, что он, чтоб он проиграл, что ли? Не получится. Так, вот сейчас вот в начале следующей недели появятся там новые игроки. А, у нас... И это будет клево. Так, седьмой. Блин, вот он. А зачем он уже ходит? Ему биться даже не с кем. А ему биться не с кем вообще. Так что ему надо просто бросить. Да. Да, 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 да. Да все, всех побили уже во всех углах. Всех просто оставляя, оставляя себе самых скоростных. Пегасы, правильно? Правильно, 12-я скорость. О, 13 ифриты. А, тогда ифритов оставляем. Ничего себе. Я не знал, что они шмалее, быстрее пегасов. Так, вот зачем ты сейчас сюда вот так вот? До следующей недели, короче. Нет. Стой, ладно, на месте. Так, ты у нас Пегас, Ифрит, вот ты тоже уже тебе стена огня. Тут осталось-то. А, вот этих вот, да, кентавров, минотавров побить. А, давай сходи за зеленым ключом. Так, все защиту от воздуха. Ты ж так мало, ты ж реально, блин, не знаю. По-моему, редко бывает такая пустая карта. Да? Обычно на картах много... О, куда ты пошел-то, блин? По кругу. Кони бегают по кругу. Да. Население даже не буду сохранять сейчас с начала недели. Потому что смысла от этого никакого нет. И у нас осталось всего-то отстроить то, что нам необходимо. Это вот как раз гильдию магов 5 уровня. То, что нужно для прокачки как раз героев. И мы сейчас попробуем наменять. Наменять мы не наменяем. А! Да деньгами наменяем, блин. Точно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да денег просто же немерено. Во, а это можно на эти поменять. Раз, два, три. Итак, все, гильдию магов 5 уровня я сейчас отстроим. И теперь все могут все ребятки... Вау! Шикарно! Блин, я только сейчас увидел. 4, взрыв. Ой, просто вообще бесподобно. Просто бесподобно, блин. Мне нравится. И нанять еще, блин, нанять. Только не в этом городе, а из того города, чтобы сюда они пришли уже к этому городу более-менее развитыми. А шаровая молния, клевая штука. А ты у нас... О, логистик. Бу, вообще прекрасно. Так, ты у нас логистик и стрельба. Ну-ка, давай мы тебя наймем. Ага. И шаровая... Да, и шаровую молнию точно наймем. Точно. Точно. И мы сейчас, знаешь, чего? Улучшим заколдованный ручей, чтобы вам сразу пегасиков давать. Чтобы вы... Пегасиками бегали, блин. Так, ну и вот у нас еще один шаровой молнией, чувак. Так, пегасики. Скелетов сразу, да, уволить? Ну давай, ладно, наймем тебе пегасов. Так, поменяемся. И пегасов тоже вот так вот напополам разобьем. Ты тоже у нас бегать с пегасами. На тебе туда все. Ай, скелетов, ладно. Увольняем. Этих тоже, чтобы не мешались, сразу уволить. Так, да и этих можно уволить сразу всех нафиг. Так, и с пегасами пошел. А, купи книгу, да-да. Вот почему-то они все без... У них вообще, по-моему, в этом городе этих... Блин, шаровую цепную молнию, правда, хорошая вещь. Ну, не знаю. Может быть там... Ну, еще разведки мне не хватало. А что у нас в лагере беженцев? Серебряные пегасы. Ох, прям серебряные. Давай наймем, какая разница. Стало их 10 у него. Так.
Так, ну все, нанял я, да? Нет, а, 8, да, правильно. Да, вот он, еще один. То есть нанял я по полной программе всех восьмерых, все мне, в принципе, нравятся. Девка, нет, основная стрельба, лидерство. Нет, 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 не хотя, 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 хотя. Хотя у нас вот тоже, кстати, неплохая-то. У нас есть из всех городов, а нету, да, ни одного героя. А-а-а. Идея, логистика, стрельба и логистика. Это будет очень хорошо быстро двигаться. Разведку делать, да? А этот у нас мудрость, шаровая молния. Лидерство, мудрость. А может вот это вот нанять? Вот это вот чем хороша, потому что она тоже валеска. Она из того города, который тоже может у нас в следующем сценарии быть. И у нее специализация стрелки, стрельба. То есть она тоже может быть достаточно хорошим, приличным у нас воином. Вот. И если у нее еще стрелки, то она продвигаться может хорошо будет. Если у нас только там город будет соответствующий. А судя по сценарию, город тот у нас, из которого она, да забывай их название, он будет. Так, короче, выбираем. А, давай ее наймем, ладно. Найму я ее, точно. Давай, ладно, найму я ее. А, стоп, она у нас купила книгу. Молодец, красавица, почти нифига не изучила. Поднять мертвецов. Так, а что тут не зашел поднятие мертвецов? Так, продвинутое лидерство. И поехали дальше. Ага. То же самое все. Так, ну все. 8 штук у меня есть. А, теперь этот у нас стена огня. Нужна она нам? Надо нам ее учить-то? Вообще он у нас эксперт мудрость. Так что в город, в город, в город. А, вот у нас. Да. Иди-ка ты в конюшню. Идите все в конюшню. Идите вы все, да, в конюшню. Продвинутая мудрость. Тоже ничего. Ну ладно, поехали. А, блин, что ты по дороге вот этих-то не побил? Блин, был бы у тебя побольше уровень. Солнечные зайчики бегают. Тьфу ты, блин, да что такое-то? Ай, блин, надо же так. Офигеть. Ну это просто ржака, блин. Стоял рядом с конюшней, ну и естественно мимо нее проскакал. Ну это вообще веселуха, конечно, блин. Так, иди вот этой, забей. Забил. Да, забил, какие великие потери. Так, скелет, куда ты у нас там скачешь-то? Да. Ты у нас тоже взял. Так, а ты у нас. А ты у нас что тут делаешь? Я забыл. Ты у нас. А что ты у нас вообще с разведкой делаешь? Кстати. А какого хрена ты делаешь? Ты кто такой? У тебя стрельба, ну, гоги, правда, у тебя увеличат навыки защиты и атаки любых гогов. И магогу за каждый уровень, достигнутый после второго уровня. Ну, не знаю, вот разведка мне не нравится. Но, правда, гоги у него есть. Может, его выкинуть? Может, его выкинуть и вот того взять? Вот этого, да? У него, правда, гогов нету. Но у него лидер, зато у него шаровая молния. Усилие заклинания шаровая молния в сравнении уровня героя с уровнем цели. Бонус выше при использовании на слабые существа. Да, может взять. У него уже шаровая молния. Нет, у него должна быть шаровая молния, да. Да, она у него. Огненный шар. Так огненный шар или шаровая молния? 15 маны. 35 баллов всего. 5 маны, 30 баллов. Весело. Не знаю. Ладно, пусть тот с гугами бегает. Хрен с ним. Разведка, конечно, у нее дебильная там, блин. Дурацкая абсолютно. Ладно, все, поехали.
все, да, отстроил я этот город, все тут отстроил, что надо для развития героев, и в этом городе как бы все отстроил. Все, поехали дальше. Осталось, короче, вообще у нас совсем чуть-чуть осталось. Так, не посещено 1000. О, маги воздуха, обожаю маги воздуха. Хорошая вещь. Так, здесь был? Нет, не был. Вперед. Здесь ты у нас... Ты-то у нас куда скачешь? Дрондроиды. А, ты у нас скачешь... А ты у нас вообще, у тебя мудрость-то есть? Продвинутая мудрость. Да, 4-й, значит, уровень там сейчас выучит заклинание 4-го уровня. Так, серую взял. Здесь был? Нет, тоже не был. Ну, давай. Ладно, сходи сюда. Так, больше смысла, в принципе, стена огня, да нафиг не нужна. Здесь вот что у нас, давай посмотрим. Ты у нас вообще красавец, красавица. Ты баба, да? Аж. Похоже на бабу волосатая. На девушку, да? Девушка такая огненная и волосатая. Так, ну чё, ты у нас основной... Ух ты, у тебя мудрости вообще нифига нету. Ага. Ты у нас только 3-го уровня. И что тебе, что с тобой тебе сделать? Если ты у нас без мудрости... А, вон кого-нибудь можно побить. А откуда тебе взять армию? Армию тебе тоже неоткуда взять. Блин, так, основная мудрость. Прекрасно, этот хотя бы получил основную мудрость. И то дело. Ну, давай попробуем сейчас сюда вот сходить. Может, кто-нибудь сейчас тебе тут принесет армию. И тебе, может быть, кто-то тоже принесет армию. И вы кого-нибудь там побьете. Так... Блин, вообще зря ты, да, без армии тут ходишь, бродишь. Так, ага, тара-та-тарам. Блин, а у меня никого, надо кому-нибудь дать это обучение. А есть у кого-нибудь обучение? Нету, надо кому-нибудь. О, грамотность есть, да, да. И у него, кстати, продвинутая мудрость. А грамотность как раз учит только 4-го уровня будет, если эксперт будет грамотность. Так что, в принципе-то, он всех потом научит тому, что знает. Да-то. Так, и у нас фонтан удачи, я забыл. Ага, это при обороне. Нафиг не нужно. Поехали далее. Так, ты у нас давай... Навык атаки. Все, вот этот вот у нас. Ну, единственное, что у нас, конечно, он боевые. Вот иди сходить. Так, у нас эксперт. Эксперт мудрость. Да, теперь ему в городок. В свой основной. И там посмотреть. Давай, вали в городок. Этот у нас. Опс. Только ради. Да, ради заклинаний зашел. Че у нас? Да там биться-то уже. Армии набирать. Шмышла нет никакого. А, хотя, слушай, ну давай вон сейчас ему кентавров зафигарим, да? Давай. У них скорость всего-то 8, блин. Вон этих, конечно, прикольнее было бы. Ну ладно, давай. Армию кентавров ему дадим. А вдруг сейчас он с кем-нибудь там... Ну, 170 кентавров-то запросто кого-нибудь побьет. Да? Да. 174 кентавра. О! Так, продвинутая магия земли. Тоже классно. Ты у нас... А, этот у нас просто тут ходит, разведывает, что же у нас здесь происходит. А здесь у нас... Единственный темный участок остался. Завалит, завалит. Завалит, делать нечего. Третий день. Завалит он этих пегасиков. Пегасики. Фу, название даже неприличное какое. Пегасики.
Так, и ничего нового не узнает. А здесь он был. И не был он только вот в этом городе. Выучить магию ему надо. Вот это единственное, что он еще не учил. А девка у нас... эксперт мудрость. Пусть тогда валит в город. А единственное, что по дороге... не посещено. Не посещено. Пусть бросит, оставит себе пегасов, чтобы побыстрее ходить. Чтоб тоже не тормозить. А бить больше, по-моему, некого. А, нет, есть вот здесь вот, да? Вот здесь вот дофига стоят. И вот эти вот ребятки сейчас хотят заполучить себе как раз армию, чтобы побить там вот здесь. Так, гидры у нас, нифига себе. Она тормозная, правда. Ну, гидра, это же прикольно, блин. Гидра, это же круто. Гидра может справиться с кем угодно. Да, так, давай. Будешь ты гидр таскать. Так, этот у нас там в городе в этом был. Да, девка-то. Точно, она, правда, вообще магию только второго уровня изучила. Опс. Так, ты у нас... А, подожди, ты же у нас хотел кому-то там... Да, армию отдать. Армия у тебя просто самая прекрасная армия. Ты у нас какого уровня? Блин, ты у нас 12-го так и не добьешь. Хреново. Я думал... Так, стоп. Блин, жертвенника нигде нету. Ну что такое-то? Опыт 20. Мог бы вообще добить. Особенно если бы жертвенник где-нибудь был. Так, а здесь... О, да ты здесь не был. И... Нет, здесь был. А почему тогда в этой фигне не был? Странно. Так. Опа. Угу. Дрондроиды сколько? 10. Побьет. Ведь побьет же. Еще как побьет. Так. Угу. Все, изучил магию. Прекрасно. Только у тебя ифриты у нас другого ифрита-то. Другой у нас с ифритами там, блин, бьется. Тоже какого ты уровня? 9-го. Ну, никого я не прокачаю до 12-го. Где, почему нет жертвенников? Блин. Где можно было бы... принести жертву. Здесь был? Да, был. Все, везде был. Даже в конюшне был. Даже... Все. Короче... Под конец, сейчас я сделаю, под конец просто запускаю всех тут город. О, вот где не был. Да. Так, ты у нас. Там. Блин. Ты вообще нормальная. А, жажда крови. О, нормальная магия-то у тебя будет. Нет. Да такое ощущение, что нет. Так, передай. А ты куда идешь? А, этот сюда же идет, да? У нас третий уровень демон, продвинутая мудрость основная. Угу. Короче, ничего он сейчас уже тоже уже не получит. Пусть и даже ему сюда-то смысла нет никакого ходить. В принципе. Блин, все в это, в конюшню. Да, тут неделя уже заканчивается. Толку-то, блин. Так, и здесь не посетил даже. О, поиск пути. Прекрасная вещь. Давай. Ты у нас то же самое. Давай сначала вот возьмем. Навигация. А нужна нам навигация? Кому-нибудь. Можешь ему дать навигацию? А вдруг он у нас где-нибудь будет? Давай пусть один будет с навигацией. Вдруг у нас где-нибудь вода будет. Так, передай. Да. И нафиг вообще все передай. Нет, вот это можно себе положить. И так. Опс. Ага. Поменяем, короче, местами. Вот так вот сделаем.
Иди, скелетик. А у нас все, у нас осталось только... Так, вот здесь вот не был, зараза, блин. Какого ты там не был? Как ты так мимо пробежал? Так, 174, ну, чё? Так, стоп, а этот у нас... А, это просто идет. Ну, иди побейся, попробуй. Так. Был, был, да. Посещено, посещено, посещено. Так, посещено. Посещено. Ага, вот здесь это не было. Ух ты, какой у него пробег-то зверски хороший. Конечно, до следующей недели. Она вообще и выложи нафиг. Оставь себе пегасов. Так, и оставь пегасов, и все, иди гуляй. Иди гуляй дальше с пегасами. Где-то у нас не была-то девка. Здесь была. Здесь была. А, ты у нас сверху пришла? А, у нас все сверху приходят. У нас все приходят сверху. Всех присылают сверху. Блин, ты везде, что ли, была? Ну, почти. Да, смотри, почти везде была. Здесь нет, вот здесь не была, вот здесь не была. Давай, иди, вот где-то единственное, где не была. Так, а ты у нас тоже где-то не был. А, ты, я же шел с тобой биться, да? Да, мы шли биться, 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 биться. Скелета, не знаю, зачем я этого скелета развиваю, будет у нас вообще со скелетами. Ну ладно, фиг с ним, пусть будет. Пусть он будет. Не интеллект, некромантия. Да какая хрен разница, кого развивать в принципе. Вот, гидры. Прикольные. Тоже кому-нибудь надо сейчас отдать гидр. Так, поехали. Ну что, ребят, да, интересно? Нифига не интересно, правильно? Интересно, по-моему, только мне. Ну, какая разница у вас, я говорю. Есть возможность перемотать. Берете и следующий сценарий. Так, точно у нас тут все, да. У нас тут все. И здесь у нас тоже все. А, ничего строить не надо. Так, ну, поехали. Ты у нас... О, славная победа. Да, потерял 21, взял какой-то лук. А, ты у нас тоже все. По-быстрому, 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 по-быстрому. Опс, 1000. Магия воздуха. Шикарная штука. Вот здесь мы не были еще. А ты у нас куда скачешь? Я забыл. А ты у нас туда скачешь. Скелет у нас решил я им со всеми биться. Естественно, у нас без потерь. 4 скелета у него появляются, которых я сейчас увольняю, чтобы они нам не тормозили движение. Так. О, сокровищница. Ах ты, блин. Что, ты не справился с этими... Ну-ка, стоп. Да ладно, ты не справился. Да ты чё гонишь-то, блин? С гномами не справился. Ты издеваешься, что ли? Так, сейчас надо вручную там, блин, попробовать. Не-не-не-не-не-не, ну это фигня полная, конечно, блин. Да, 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 магия воздуха. А вообще, правда, слушай, где у меня этот-то? А может, правда, не его развивать-то, а вот, например, эту девку. Пусть она... А, у нее зоркость, жажда крови. Кто тут рядом-то? Этот скелет. Еще. Гидры. Так, короче, фигня какая-то. Фигня полная. Так, поехали. А, так, стена огня. Поехали. А может, правда, кого-нибудь другого? Да, да, гидры, я понял. А, скорость у них, правда, все равно 7. Блин. Ну, супер тормоз называется. Блин, этот вообще только магия второго уровня может изучать.
А он у нас что? Он у нас логистик. Кстати, может быть, ему как раз вот... О, давай его вместо скелетов. Давай-ка. Вот. Отдай-ка ты ему. Вот забери у него гидру. И отдай ему... Вот как мы сделаем. Вот пусть у нас этот рейнджер развивается. А ты там потом где-нибудь, когда-нибудь и как-нибудь. Иди, короче, где-то не был. Вот здесь, сюда ты был, да, отсюда ты стартовал у нас. Поиск пути, у тебя тоже поиск пути, но у того круче. Где ты не был-то? Давай, вот здесь был? Был. Везде был, скелет был. Так, ты у нас, ты, блин, тоже никакую магию не знаешь. Так, ага, ой, иди сюда. Короче, даже гидру вон здесь вот закинь сюда сейчас. Так, и так, девка. Она у нас куда идет? Все, понял. Вот. Вот у нас кто будет. Упс. Да, наймем? Нанимать некого. Блин, почему ни дракошков, никого нету? И он у нас здесь был. Слушай, он везде, по-моему, уже был. Эксперт. Основная мудрость, правда, у него. Вот. Здесь. А, блин, ты даже тут тупо не был. А что ты туда шел-то, блин? Ты отсюда пришел. Тьфу ты, ё-моё. Перепутал. Ладно, не буду я переигрывать. Это смешно было, конечно. Супер ржака. Так, ты у нас... Вот чего делаем, основной игрочок. Ты иди у нас. Золотой лук, да. Это просто прекрасно. Так, седьмой день сохраняем. И сейчас мы уже будем... добивать до предела. Потерял. Так, продвинутая грамотность. Вот у нас кто будет учить потом всех уму-разуму. Уму-разуму учить. Так, ага. И так, посещено. Отсюда ты у нас тоже пришел. Это вообще без книги магии. Это ты как тут вообще оказался, блин? Крындец. Так, у всех у нас есть-то. А то, смотри, вообще без книги магии. Блин, как так? Да. Смешно. Ходишь. Защита от воды уже изучена. Блин, зачем я сюда тогда подошел? Так, посещено. А ты у нас кто? Ты у нас эксперт, эксперт мудрость. Ну все, иди. Ты у нас везде побывал, да? Да, наверху был. Был. Везде был. Все посмотрел. Был. Так, был. Везде был, да? Везде. Все, иди в город. Иди в наш родной городок и кури бамбук. Все. Все, иди отдыхай. Ты у нас... Угу. Ага. Так, основная логистика. Нет, магию земли. Кстати, вот этого надо уволить. Упс. Ай, блин. Сейчас, ладно, в город посажу, потому что, не дай бог, он мне потом его даст. Типа, ну, на. В следующем сценарии-то. Не дай бог. Я развиваю этих, а он мне даст других совсем. Так. И остался у нас... А, вот этот у нас с титаном ходит, да? Сохраним. Да фиг знает, сейчас опять проиграет, как этот дурак, блин. Как так можно было проиграть, блин? Вот теперь вернуться, ну-ка. Да это невозможно. Ну... Опс. Ну, так, и вот как можно, да, проиграть? Я не знаю, гномом-то. Ну-ка, стоп. Снять заклинание. Стрела, да?
Медлительность. Удача выбранного подразделения. Точность. То есть, давай точность ему засандалим. И сделаем, ну, например... Так, стоп. Сколько у него там здоровья-то? 287 осталось. Я не знаю, как он так проиграл. Вот сюда вот встанем. А потому что не все сюда дойдут. А, вот этот вот сейчас дойдет. Так, и так мы его. Все остальные дойдут. Сваливаем. Вот, теперь вот совсем другое дело. И точность у нас. Угу. Так, нет, вот этот вот еще дойдет. Да. Остальные не дойдут, от остальных сейчас моемся. Я не понимаю, как ты проиграл, блин, дятел. Да потому что тут башкой надо соображать. Вот и все. Конечно, блин, когда он на тебя сразу все толпой идут. Еще бы не проиграть. Так, теперь, подожди, кто у нас? Это не дойдет, это дойдет, этот не дойдет, этот... Ну, тогда давай вот в этого шарахнем. И вот в этого шарахнем, потому что эти оба дойдут. А эти не дойдут. Блин, о, даже этот не дошел. Так. Ага. Как так можно было? Вот сейчас вот выиграет. Причем выиграет по полной. Сваливаем. Угу. Гномики, не устали бегать-то? Я это вспоминаю сразу. Как его? Вот единственный, кто как бы... Опс, вот это клево. Так, кстати. Может, ему еще и удачу дать? Блин, только бы не закрыли проход. А, нет, уже ничего нифига не дам. И сваливаем, сваливаем, сваливаем. А подожди, а сколько там здоровья у него осталось? 222. А, ну, то есть можно вот этих вот 20 засандалить. Нет, давай еще свалим еще разок. А потом уже все. Вот правда, как можно было так проиграть? Ну, вот сейчас вот этих 20 и все. В принципе-то. Смотри. Ну, и как бы уже. Проиграть-то невозможно. Что-то осталось-то, блин. Так, раз, готово. Тут урон почти ноль. Почти ноль. Окружить, 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 окружить. Окружаем. И сколько осталось? 207. Ну, я говорю, невозможно проиграть. Как он проиграл, блин. Вот и все. Победа обеспечена. Ну и что там остались-то? Они вообще никакой урон не будут наносить. Раз. Да. Так. Да что вы, прям какой мощный урон-то, блин. Ну вот и все. Да, автомат, иногда фигово ты играешь. Ух ты, основная магия воды. Основной поиск пути взять. Взять, вот тут вообще рейнджер будет шляться так, что дальше некуда. Слушай, основной у него логистика, поиск пути, магия. А, блин, ему надо этот еще. Так, магия земли. А, о, клево будет вообще. Он у нас шляться будет, как этот. Да, сохранить. Ну, естественно, после такой битвы-то еще бы нам не сохраниться. Супер мощная битва, блин. Так, поставлю автомат, чтобы уже не мучиться опять у нас тут. Нет, не хочу, да, хочу атаковать. Нафиг они нам нужны уже в конце. Что я с ними делать буду? Вот тоже, никакой дипломатии нету, а присоединяются. Да фигня все это. Ладно, я потом разберусь еще. С этой дипломатией. А, так, ну чё? О, воу, не посещено. Итак, девка. У нас, давай, последний бой, он трудный самый. Население городов и замков выросло. Так, ты у нас вообще побывал? А, нет, ты, по-моему, у нас у тебя... Нет, городского портала-то нету. Вот ты у нас где. Так, население городов и замков выросло. Пегасы 12. Берем пегасов. Меняем. Отдай пегасов. Все, 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 все уже изучено.
уже все переизучено. Так, ты везде побывал, иди в основной город. А, подожди, давай поменяемся. И вот сейчас мы тебя уволим, чувак. Как тебя уволить-то? Подожди. А я не понял. А, из города надо вывести. Господи. Я думаю, блин, что ты не увольняешься? О, наконец-то, блин. Так, все. Уволил я этого героя, чтобы, не дай бог, он там, блин, на следующий сценарий не попался. Так, все, вот этот вот нас основной везде все, по-моему, посетил. И он нас не посетил, только вот этот вот город, где он как раз изучит... А, нет, в конюшню давай зайдем по дороге. Да, давай зайдем в конюшню. И он нас только изучить вот эту вот карту магию, как раз картомагию. А ты у нас какого уровня? Продвинутая магия земли? А может тебя тоже туда сразу... Ладно. Так, ну этот тоже везде побывал. Нафиг увольняем. Так, и да. Слушай, ну прекрасно. А у него, подожди. Отцепная есть. То есть он там побывал тоже. Да, и он там, получается, побывал. Третий, четвертый уровень. Так, инферно, цепная молния, да? Инферно. А там у нас в городе цепная молния. А, хождение по воде. А есть у него хождение по воде, интересно? Вот смотри. Ну-ка, стоп. Заклинания. Так, походные. Да, да, то есть он там был. Все, сиди и не дергайся, короче. Все, ты у нас все узнал, везде побывал. Ты у нас красавчик. И больше тебе тут делать, в принципе-то, уже нечего. Так, а ты у нас, девка, ты у нас эксперт мудрость. Ты у нас нифига еще ничего не узнала. А если ты у нас эксперт мудрость, а магия земли у тебя только основная, поэтому тебе придется пешочком все это узнавать. Так, ты у нас тоже основная магия воздуха, прелесть. Просто прекрасно. Так, и ты у нас... Блин, нет у тебя мудрости вообще нифига. И заклинаний тоже маловато. Только второго уровня. Тьфу ты, блин. А фиговый ты у нас парень. Так, этот у нас везде. Да, нет, не был. Давай вперед. У нас... Тоже. Блин, где у нас? Вот у нас еще эти тут сидят. Вот еще кого можно побить. Все, единственное. Ну что, дойдем? Давай дойдем, побьем их в конце концов, чтобы уже все забыть про этих юнитов. И все, окончательно развиваем. Выучить от воды. Так, ты у нас... Ух ты, давай тебе еще, да, кентавров, до полного счастья. Да, это который у нас даже книжку магии не купил, хотя он у нас уже продвинутая мудрость, а магии нету. Ну, это веселуха была, конечно. Так, выучить поднять мертвецов, хорошо, поднимем мертвецов. А здесь кто у нас? Сейчас посмотрим. Ты вперед. Итак, да, долго занимает, долго-долго, да, вы как видите уже, ребята. Исключительно долго я шляюсь. И у нас скелетик везде тоже побывал, нет? Нет, не везде скелетик побывал. Тоже хороший парень, блин. Блин, ну давайте, ну осталось-то чуть-чуть совсем. И все у нас будут, вот, блин. И все у нас будут высокоразвитые. Так, то есть развитые. Так, так, так. И... Угу. Ну, естественно. О, мудрость. Красавчик тоже. Деревяшки. То, что нам не нужно уже нафиг вообще, блин. Так. И был-то у нас... мудрость у тебя только основная. И биться тебе больше не с кем.
И у тебя, да, третьего. Давай хотя бы третьего сейчас узнаем. Давай, ладно, добреди. Ничего страшного, потратим время немножко. Так, от воды и... О! И вот здесь вот нету. И вот этот вот. Основной у нас герой. Герой. Маги. Ага, клевые. Не нужны они нам. Так, этот тоже, по-моему, уже все поизучал. Единственное, что, ну, у него нету, конечно, этого городского портала-то. Так, здесь он у нас был. Так, был. Здесь был. Здесь не был. Наверху. Был, да. Короче, иди в этот город. Да. Вот так прямой походкой. А, не, по дороге зайди, пожалуйста, в конюшню. Чтобы побыстрее бегать. Ты у нас тоже. Так. Все. Блин, ты у нас даже мудрости вообще никакой у тебя нету. Иди, ладно, сиди в городе. А, во, может сейчас мудрость хоть основную получишь. Хоть что-то будет полезное от тебя. Нет, ну нет, ты у нас, конечно, некромант. Очень полезный, извини, будешь. Но если город будет не некромантии, то, конечно, будет чувак очень полезный. Жертвенник. Ну почему? Почему нету жертвенников? Основной маги земли. Почему нету жертвенников? Ты у нас тоже, блин, тоже ничего не знаешь. Ничего не знаешь. Ты только силу маги получил. Ты у нас тоже с книжкой, слава богу, с книжкой. То, блин, всем забыл книжки пораздавать. Здесь был... О, не было. О, не было. Ну, иди туда, хотя бы там что-нибудь сейчас схватишь. Так. И осталось все. Тебе осталось только дойти до города и побить эту королеву в конце концов. Слушай, мне интересно, кстати, армию надо набрать, чтобы королеву-то бить. Ну-ка, стой. У нас... А, так я ее побью. Фигня какая вообще, блин. Вон у меня какая армия тут. Супер-супер мощная. И гидры, кого только нету. Да побьем мы эту королеву. Так, а это у нас... О, эксперт мудрость, смотри. Девка-то. Да, точно. А то, блин, тоже без книжки магии. Так, посетила, и везде она была. И у нее городского портала нет, значит, там она не была. В том городке пошли, тот городок. Ты у нас... Да, ты у нас не был вот здесь вот. Ну что, получишь, нет? Тьфу ты, блин, эксперт некромантия. Ой, нет, ну иди сюда хотя бы. Так, ты у нас... Твою... Ты же ты дивизию... Блин. Чё у нас тут? Да, осталось-то всего ничего до следующего уровня. Вот сволочь, блин. Знаешь, так застрять, а? Это, ну это вообще, блин, ржака просто, блин. Прямо именно на этом камне надо было застрять. Так, ты у нас основная мудрость, ну, да. Тоже все, да, ты же все посетил у нас уже здесь. Здесь везде, по-моему, был. Нет, вот здесь не был. Так, 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 и остались... А, девка туда. А этот скачет в свой родной городок. Потому что все остальное он уже посетил 150 раз. Ну чё? Чё тут мы еще наймем-то кого? Да тут можно всех понанимать. Вот сейчас этих, да? Гогов, Магогов. И чтобы побыстрее перейти. Скорость 5-4. Да всех нафиг. Ага, нету.
Места нет уже. Это уже неплохо. А ты, ну, а, подожди, а ты иди, выйди, да иди у лучших, правда, что ты сидишь-то? Что ты сидишь-то, давай. Так, и... Ну что, демонов? Да давай демонов тоже наймем. И всех в улучшатель. Давай. Будет у нас все улучшены. Да знаю я, что там этот мне тормоз, блин, дорогу преградил. Все, все идут. Да, тоже, подожди. Девка поскакала. Некромант поскакал. Этот у нас... О, как раз он у нас сейчас... маги продвинутая, мудрость пусть будет. Да, тоже ничего. Продвинутая мудрость, он хотя бы узнает... то, что надо узнать, короче. Городской портал узнает. Вот что он узнает, блин. А это очень и очень неплохо, городской портал. Так, ладно. Ты у нас куда скачешь? Чё-то я вообще забыл. Так, ну чё? Угу. Городской портал-то очень-очень круто. Так. Ну, пошли к этой тогда. Пятый день. Драконов вот это вот убивать. Которые у нас, да? Так. А, вот у нас. 20-33, ну чё, побьет. Естественно, побьет. А у тебя какой, чё там до уровня до следующего? Мало. А этот? 10. Может, тогда этим лучше? Если там будет какая-то девка крутая. Может, тогда правда лучше? Или вообще кого-нибудь заслать, вообще хилого, чтобы он засандалил. Так, ты у нас не посетил. Давай, эксперт, мудрость. И здесь тоже был. Вот здесь вот не был. А ты у нас везде был. Ну, иди тогда в этот город, что ли. Ух ты, тут тоже у нас... А-а-а. Да, тоже неплохая армия там сидит в этом городе. Так, ну что у нас осталось там? Остался у нас кто? Кого я хотел развить? То есть, кого хотел пробить по полной программе? Да. Это все тоже посетило. Девка, может быть, девку даже эту, да? Тоже не посетил это кольцо. Поехали. Итак. Ну что, ребята, получился у нас такой занудненький сегодня день. Скакали мы по картам. Да, ну тоже немножко, я говорю, надоедает немножко. Но зато мне интересно смотреть, какие они у меня крутые, развитые становятся, да? Это приятно, если честно. Вот, и как они потом биться будут. Может даже вот этой девке просто дать. Основная логистика, ну-ка, стой. Тоже она у нас, смотри, крутая какая. Блин, правда, ей надо этот мудрость дать. Еще что-нибудь, то она что-то у нас... Чтобы билась нормально, блин. Мудрость обязательно надо ей. Но у нас тоже шустрая, только я не знаю... Или не стоит ей, может, логистику-то? Бал перемещения героя по суше на 10%, да, по пересеченной местности. Тоже будет быстро бегать. Нет, не нравится мне, стой. Не нравится она мне. Я лучше и не логистику, а что-нибудь другого. Да и у нас дофига этих, которые бегают хорошо. Уже их более чем достаточно. Вот. Ай, забыл, куда я это послал. А, вот сюда, вот вниз, да. Так. Всех более чем.
И поэтому я ей сейчас не логистику, а что-нибудь другое дам. Более интересно. Так, вперед. И девка у нас так, сохранить шестой день. И я ей сейчас что-нибудь... Так, что у нас? Пусть лучше эксперт лидерства будет. А то мы что-нибудь ей еще более полезное дадим. Так, ты у нас... Слушай, тогда я не пойду с тобой никуда. Сиди у нас, пожалуй, в городе. Ты же везде все изучил, да? Все у нас везде побывал. Все везде знаешь. Все везде помнишь. Ты мудрый у нас чувак и самый сильный. Да, все. Все. Все везде знаешь. Так что сиди в городе и не рыпайся пока. Не мешай остальным шляться. Ты то же самое, в принципе. Ух ты. Нифига тут у него как это так вот. Тоже неплохо. А, тоже спать. Итак, ты ведь тоже, по-моему, везде был, да? Да. Не, просто идти вот этого дракона, вбить драконов, например, тратить, да. А, не знаю, смысл лучше кого-нибудь другого развить. Более интересного. Чем вот этих вот. Ну, добьют они 12 уровень, им чуть-чуть до него осталось. А, лучше, конечно... Кого-то... Ну, ладно. Ребята. Приглашаю вас, как всегда, на сайт heroesportal.net. Заходите, общайтесь, узнавайте много-много-много всякой разной интересной информации. Участвуйте в турнирах, общайтесь в форуме. Вот, ну, получайте удовольствие, скачивайте огромное там просто количество карт. На них я тоже играю, очень интересно. Вот, а я вас прошу также подписываться на мой канал. Необходимо это для его развития и продвижения. Итак, ну что, на следующий мы уже там продолжим, надеюсь, закончим этот сценарий и будем двигаться с вами далее.